Да, было бы хорошо чайку сейчас попить. Ой, красота какая. О, ребята, это все мох. Ягель. Вон, видите? О, красота. Вот такое у нас утро. Сейчас 7 часов утра. И вот тут мы сейчас с напарником. Напарник. Ку-ку. Пошли. Ребят, ну сегодня у нас 12 июня. Троица. А на Кольском, смотрите, снег еще лежит. Представляете? О. А мы идем рыбу ловить. Вот тебе и июнь. И комары летают, и снег лежит. Обалдеть. Вот она, природа Кольского полуострова. Вон, видите, и вот снег, и вот снег. Идем дальше. Вон он, напарник уже ушел. Вон куда забрался, вон он, на верхотуру. А я иду, все кино снимаю, чтобы вам, ребята, показать, как у нас тут интересно. На Кольском полуострове. Так что глядите. Идем мы дальше с напарником. Сейчас пойдем. Дождик начинается. Пока выключу. Привет, ребята. Я на своем любимом месте. И вон, смотрите. Тут валяется обломанный. Ну, наверное, пытались накачать от шланга, от насоса. А там, вон, смотрите, кто сидит. Жучок. Прячется. Живой. Короче говоря, приехала я на рыбалочку. Сейчас буду пытаться что-нибудь поймать. Так что привет вам с Кольского. Хо-хо-хо, ребята. Вот. Голец. 2022. Вот такой у нас северный голец. Оранжевая брюшка. Вот такая блесенка. Смотрите. Вот такая. Ну что, напарник, с почином. Нас. А этот прекрасный цветочек, друзья мои, называется обыкновенная жирянка. И зацветает она на 2 недели позже альпийской. И имеет очень большую схожесть с фиалками. А эти желтые цветочки называются калужница. И встречается только в берегах ручьев и рек. Так, что тут случилось? Иришка поймала что-то. Ну, прям красавец. Ну, красавец, ребят. Так. Вот такой вот у нас красавец сегодня. Уже второй. Так, погнали дальше. Морожка вовсю цветет уже. О, она красивая. Если морозы не побьют, то будут у нас ягодки. Вон сколько уже, видите? Вот, начинает морожка зацветать. Где-то уже цветочки совсем раскрытые стоят. Вот, красота. Ой, какие красивые. О. Ой, выговорить бы название. Этот кустарник называется луазелерия. Это вечно зеленый. Стелющийся кустарник – это миниатюрная копия рододендрона, и растет он только на горных тундрах. Ребят, рыбачила, рыбачила, и тут вот смотрите, так интересно. Во, вы видите? Это же икра, а это икринки. Это чья-то икра, представляете? Вот так вот сюда заходят рыбы,
и мечут икру. Вот это икринки. И будет рыбка вот таким вот образом, ребят, представляете? Ой, вообще, дайте я еще поближе попробую подойти. Может, получится. Это вот мешочек такой, вот это даже не мешочек, но я не знаю, они как-то вот все вместе держатся в такой слизи. Вот такая вот икра. Не такая красная, как мы привыкли с вами, да? Вон какая-то, я даже не знаю, чья это икра. Как вы думаете, вот есть специалисты, если тут... Ребят, напишите в комментариях, чья это икра. Вот река, здесь вот такой затишок небольшой, травка, и в этой травке икра. Ой, надо же, впервые вижу такое. Надо же, как интересно. Ну вот интересно, конечно, природа на севере устроена. Где-то вот мы сейчас только что я вам показывала, ребята, икра, да, уже лежит в водоемах. То есть рыба пришла, отметала икру и ушла. А где-то снег еще лежит вовсю. Так что вот такой у нас природа крайнего севера на Кольском полуострове. Такая вот красивая. Привет вам всем с Кольского полуострова. Красота. А запах-то, запах какой. Ой. Пока я ходила смотреть снег, жук выпал со своей норки. И вот он затаился. Эй, дружище, привет. Ага, спрятался он там под листочек. Ай! Огромный такой, сантиметра 3, наверное. А усы-то, усы-то какие! Ого! Во! Во какой! Мощный! Маленький голец попался на вот такую вот маленькую блесенку. Маленький малыш, подожди, сейчас я тебя освобожу. Там их чайки гоняют, вот они маленькие сюда, видимо, шкерятся. Сейчас я ее выпущу. Давай. Малышка, иди, иди, маленькая, иди, плыви. Давай, пока, братиков зови. Ребята, сегодняшний мой улов. 3 часа сегодня я рыбачила. И вот это все. Ну, 3 гольца, даже 4. Ну, 4-го вы выпустили, вы видели, как я это делала. Так совсем малыш. Ну, не знаю, на блесенке. То есть не брала ни бомбарды, ни опарыши, ни мушки, ничего не брала. Что-то как-то лень было сегодня этим заниматься. Тут решила выйти, надо просто посмотреть, есть, нет. А то все выкладывают, думаю, что... Поеду, посмотрю и я тоже. Ну вот, ушицу сварю, и то хорошо. Погода. То дождь, то снег. Ой, то дождь, то это. Да, напарник вот говорит, то дождь. Я думаю, погода. Наверняка, да, наверняка от погоды многое зависит. Ну вот такие вот дела. Зато сегодня видела снег, еще кое-где лежит. Еще видела сегодня икру. Впервые в жизни, как вот рыба мечет икру и как вот она прикрепляется к веточкам. Слушайте, ну так интересно. Тоже не просто сходила, какую-то интересную для себя эмоцию получила. Ну ладно, ребятки, давайте. Следующее мое видео будет уже из других мест.
надеюсь на какие-то большие трофеи, надеюсь, что будет гораздо рыба крупнее и интереснее. Давайте, ребятки, всем удачи, всем пока. Вылез из домика своего жучок. Ай, потревожили его. Сейчас в свой домик опять залезет. Ай, смотри, полез. Ой, ну не могу. Прятка такая, видите? Кто-то из рыбаков отломал от насоса, от шланга кончик. Ну, не пропал даром. Жучок себе домик там устроил. Однокомнатная квартира для жучка, паучка. Так что пусть живет. Будет где прятаться. Врагов у него же здесь есть, естественные враги в виде птичек там всяких разных. Так что я его подальше положу. В следующий раз, когда сюда приеду, проверю, живет здесь или не живет жучок. Вот сюда я его положу, пускай здесь будет.